еще на Новый год. Сегодня у тебя
года. Мама купила мне нынче игрушки, шарики, бусы, звезды, бабушки, Деда Мороза и белый зайчат, лисеньку рыжую и медвежат. Елку свою я красиво украшу, себе позову я Ваню и Машу. Много-премного гостей приглашу, с ними у елки я попляшу. Сейчас уже поздно, пора-то не спать. Завтра я елку начну украшать. Отнести подарки нужно детям добрым и послушным. Я хочу ему помочь, и сегодня в эту ночь отнесу я всем игрушки, а для маленькой Танюшки принесла интересную эту палочку чудесную. Свое желание только скажешь, и этой палочкой помашешь, она исполнится в тот час. Оживите все игрушки, солдатики, куклы, хлопушки, лисоньки с зачатами, придите поиграть. Танцевать для вас хотим.
Музыканты,
Yeah.
вас держаю, я бы не послушал. Дедушка Мороз, здесь приготовили стихотворение. Коля и Никита расскажут стихотворение, которое так и называется. Хорошо, очень хорошо. Выходите, ребята. Подходите ко мне к дедушке и становитесь лицом к родителям. Вот так вот, молодцы, давайте. Наши окна кишью белые, Дед Мороз нас рисовал. Снегом порека одел, снегом садик закидал. Разве к снегу не привыкнем, разве к снегу спрячем нос? Мы как выйдем, мы как крикнем, здравствуй, Дедушка Мороз! Здравствуйте, ребята! Нам кататься, веселиться, санки легкие в разбег, то промчится, вот так удивится, то свернется прямо в снег. Снег пушистый, мягче ваты, отряхнемся, побежим. Мы, веселые ребята, от мороза не дрожим. Молодцы, вижу, что ребята вы веселые. Проходите. Девочки, выходите, у вас тоже вышло. Расскажите, поговорите про Ёлочку. Вы тоже, да. Знаете, как ребята стояли? Вот сюда. Снегурочки, дедушки поближе. Замечательно. Стихотворение приготовила про елочку. Елка летом просто
руками распрямиться. Вовсе не колючая, как цветок пахучая. Пахнет не росой, не медом, елка пахнет Новым годом. Степа, пожалуйста. Степа ждет подарок. Послушай, Дедушка Мороз, какой? Я сегодня рано очень встану утром на заре. Ведь всего один листочек по трёном календаре. Лучшим сыном в этот день я буду мамой спит пока. Сам на завтрак всем печенье со стаканом молока. За собой помою чашку, крошки со стола собрав. Аккуратненько рукавку положу на полку в шкаф. Трактор помою лапы, накормлю сыном чижа. А потом мы вместе с папой будем елку наряжать. Если всем смогу помочь, я, то тогда, быть может, вдруг Дед Мороз под елкой ночью мне оставит ноутбук. Дед Мороз, это старый, но и в новых технологиях разбирается. Еще кто? Все стихи, ребята? Все, Дедушка Мороз. Ой, ребята, спасибо вам за настроение веселое, за доброту открытых глаз. Дарю я сказку вам сейчас. Раз, два, три. Поняла? Тьфу ты, ну ты, елки гнутые. Опять техника подвела. Вроде и щетку зимнюю переобула. Мотор, что ли, сгорел? А, ну да ладно. Так. А я не поняла. А чего это вы тут все собрались-то? Так, знаете что, мне сейчас не до вас. Давайте, уходите. Уходите быстренько все отсюда. Тут такая сказка. Такая сказка, а в ней принимаю участие я и мой друг-разбойничек. Хай, всем привет! Ну так вот, живет в нашем лесу Дед Мороз, Снегурочка, дед совсем старый. В шубе ходит и день, и ночь, не снимая ее. Ну так вот, спина у него болит. А еще в нашем лесу живет... Елочка! Такая умница, такая... Скромница, один только недостаток, больно красивая. А еще чуть не забыла, самое главное, в нашем лесу живет Баба-Яга, дама преклонного возраста. Еще чего? Скромная, болтать много не любит. Ладно, хватит, ты как заведешься, тебе не остановишь. Послушай-ка. Вот такой вопрос. Ага. Как ты думаешь, что детям нужно на праздники? Ну-ка. Дед Мороз, Снегурочка, подарки. Ой, темнота! Ой, ничего не понимаешь. А что? Елочка им нужна, елочка. Вот это голова. Зеленая, пушистая. Ну, ну слушай, а чего мы тут стоим? Чего мы тут стоим? Мы эту елочку да возьмем. Да спрячем. Без нее Новый год, не Новый год. Точно. Понесли-ка. Опа! Не тайну. Давайте спляшем, ребята. Вставайте все со своих мест. Нет, Дед Мороз, нет, не до пляса к нам сейчас. А что же случилось? Почему? Что вам надо? Мармелада? Ребята, нет, дедушка, нет. Шоколада? Тоже нет. А чего вам не хватает для праздника?
Елочки нет. Так а где же наша? Закончился, подождите. Куда же она? Эх, старая, старый. Ее же оберегать надо, а я забыл про нее. И теперь она куда-то подевалась. Ну я клянусь бородой тебе, Снегурочка, я елочку нашу отыщу. Ну что же делать, где же ее искать? А, что это ты, Дед Мороз-то, не весил? Что это ты голову повесил? А что такой сердитый? На вид вроде здоровый. А на лицо побитый, да. А случилось чего? Случилось. Ну-ка. Елочка моя пропала. Да ты что? Да. Не может быть. Володь, ты ее случайно не видела? Я-то? Она вот здесь росла. Вот такая стройная была. Красивая. Зеленая? Да, я сейчас не нету ее. Ой. А что мне будет за то? Если я вам расскажу, что здесь видела. А что ты хочешь? Что я хочу? Денег давай мне. Побольше. Да побольше давай. Я их вложу в строительство новой избушки на курьих ножках. Ну ты что захотел? Попроще давай, чем желание какое-нибудь. Как-то попроще? Тогда я не расскажу, что здесь видела. Не-не-не, ни в коем случае. Ладно, тут вот у меня мелочь, держи. Вот тебе будут деньги. Мне не пойдет мелочь. Много давай. Мы да. Ведь добрые, и все об этом знают. Ну скажи нам, пожалуйста, ну где нам елочку искать? Денег давай, сказала. Тогда скажу. Ну тебе потом, а ты пока добрая, красивая, скажи. Ой, что с вами делать? Ну ладно уже. Значит, так было дело. Лечу я, лечу. А ветер зающий. Холоднющий, а я все лечу, лечу, лечу. И вижу, крадется разбойничек. Правильно, ребят? Да. Ну, там было, конечно, очень темно. Но елочку я разглядела, в руках он ее нес. Да, 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 да. А где же он был? Где ты его видела? В какую он сторону пошел? В какую сторону пошел? Да туда он и пошел. А может, суды пошел. А может, туды пошел. Туда. Ну, куда и пошел. Ну, пойдем, Снегурочка, туда его искать. Ах, вот он, разбойник. Ну, здравствуй. Ты нашу елочку украл? Нет, я ничего не брала. Это все Баба-Яга. Это она виновата. Да. Я не виноват. Она говорит, ты виноват. Ты говоришь, нет. Она виновата. Ну, ладно, так уж и быть. Я вам помогу. Помоги нам, пожалуйста. Как-никак, ученик Бабы-Яги, о чем надо? Нам елочку надо. Елочку? Да, сейчас. Вспомни колдовство. Так. Трижды три равно шесть. Елка наша здесь. Нет, нет. Что-то не получается. Сейчас, сейчас. Где-то у меня тут портал. Ага, вот. Сейчас. Так. Ага. Так, сажается, поливается. Так, так, так. А волшебная иголка есть? Есть. А волшебная лейка? И лейка есть. Сейчас все сейчас будет. Сейчас все сделаем. Все, да. Сейчас. Я мигом. Ну-ка, ты разбойник нам поможет, да, Снегурочка? А то яга, видишь, какая хитрая, да, ребята? Да. Елку украл и не вот. Хочет возвращать. Вот она, найди вашу елочку. Да? Разбойник, я извиняюсь, что это такое? Как это что, елка? А что, нет? Нет. Зеленая? Зеленая. Иголки есть? Есть. Колючая? Колючая. Значит, елка. Нет, это не елочка, Снегурочка. А что это такое? Это ж кактус. Точно. Разбойник, ничего ты не умеешь. Елочку нам не вернул. Что же нам теперь делать, Снегурочка? Где нам елочку взять? Ой, да ничего ж без меня не могут. Ну что ж вы за люди-то такие? Нате вот вашу елочку, забирайте, пока я добрая. Пользуйтесь. Спасибо тебе, Баба-Яга. Да не за что. Вот, теперь и праздник можно начинать, да, ребята? Да.
Да. Вот все на месте, и Снегурочка, и Мороз, и елочка. Теперь можно и праздник начинать, и подарки получать. А есть подарки-то? Есть, целый мешок. А где? Подождите, подождите. Елочки у нас еще красивые, такая нарядная пришла. Под Новый год чудесная сказка продолжается. Под Новый год желание каждого сбывается. Елочки пушистые, пультинусы придут. И у нас на празднике спрятаться. Свой танец завели, та-та-та-та-та-та, детские сад пришли, маленькие елочки свой танец завели. Жарить ребяток я имела в виду. Если ее почистить, помыть,
В нее ж можно как в зеркальце глядеться. Вот это подарочки, я понимаю. А у тебя там что? Да ну! Давай, вам нравятся подарочки? Нет, не нравятся. Не нравятся. Давай-ка еще раз попробуем, Вика. Завяжи мешок. Сейчас клади свои подарки. Я сейчас помогу тебе. Да? Да, да, да. Не испорти только юбку, прошу тебя. Не, не испорчу. Станет лучше, чем было. Смотри, давай, колдуй. Раз, два, три, четыре, пять. Да. Можешь мешок открывать? И что там получилось, думаешь? Конечно, теперь настоящие подарки будут. Получилось, как вы думаете, ребята? Давайте посмотрим. Ой, батюшки, правда получилось. Получилось, ура, ребята. Ты волшебник, ты ворот. Попробуйте, девочки, волшебник. Давайте. Самое время всем ребятам подарочек получить. Соня, улыбнись. Теперь мам, да. Все, все, хорошо.